пошли в убранство. Кареточная. Кареты пап, папа-мобиль. Уже без экскурсовода. Конечно, ватиканские музеи — это круто. Да, здесь музей. Чтобы все посмотреть, естественно, как и всех огромных музеев, 1850 год. Как и всех музеев, естественно, чтобы все посмотреть, это нужно колоссальное количество времени. Экспонатов миллион. Очень круто. Ладно. Мобильный Мерседес какого года? 1930-го. Говорят, что верхи бронированные, хотя, может быть, они уже вот... А, ну вот уже, поновее. Бронированные папа-мобили, наверное. Каждый папа. И с ним бронированный... О, Ленча. Папе объясняют устройство руля. Блин, это трэш, конечно. Бронированные Мерседесы. А это что, мама-мобиль? Такой какой-то совсем не папский. Да, интересно.